Я боюсь представить, что он мне еще приготовил. Я так помню, ту битву мне помогла выиграть, мне помогли выиграть офигенные композиции, но здесь-то что мне поможет на этот раз? Ну, я могу, конечно, прочитерить и начать петь Виктора Цоя, но нет. Это слишком уж... Слишком уж страшное читерство. Hurry up and take your seat, Batman. The show's about to begin. Let's just talk about this. За чашкой чая. Золотая чаша, золотая. Too late, Batman. Give me the cure. But you've already got the cure. Talia, no! Чего? Джокера убили? Джокера убили? Джокера убили! Народ, Джокера убили! Что такое? Что происходит? Джокера убили только что! Что за херня? Это не Джокер. Я знаю, что это не Джокер. Это должен быть Сергей Басков. Surprise! Mr. J, you look perfect. Ring, ring. So how do you keep a secret from the world's greatest detective? Well, do you know? You stick it right in front of him, right under his long pointy nose. And wait. Joker wants you to think he's sick. Then wait. Gotcha. You fell for the old fake Joker gang, Batman. Охренеть. Oh, I'm sorry, beloved. I didn't know. Encore! More! Bravo! It was never you. Not always. Well, sometimes. Confusing, isn't it? I know I'd want to know. Блин, двойные рокировки. Чего он отдыхает, серьезно? Let's just say, in times like these, it's important to keep up. Джокер, как всегда, всех поимел. But first, а я уже думал ликовать, so пугаться. Убили Джокера, ни хрена себе. А это-то кто, кстати? Кстати, о птичках. Это мистер Фантастик? О, мистер Фантастик, мистер Фантастик, супер бомбастик. Это еще что за хер собачий? Я серьезно не знаю. Для меня здесь много открытий является, в общем. Ауч. А-а, начали ледяным ударом. Ня. Ой, колобок! Ты от дедушки ушел, ты от бабушки ушел, от Бэтмена, а ты не ушел! Эй, я хотел... А разве это можно блокировать как-то? Эй. Но... Что-то у меня с таймингом вообще плохо. А как мне два раза-то я не успеваю? Колобок. Эй. Ну, Бэтмен, ну что ж ты? Давай, кидай в него, кидай, 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 кидай. А, не. Да, а, я не успеваю второй раз. Скотина! Ай, ты тварь! Don't just stand around!
Ага, самурай! Бэтмен, huh? Самурай! Давай, давай, давай! Ой, рифма получилась. Бэтмен, самурай! Давай, давай, давай! Поскорее ему! Ты по жопе надавай! Ауч! Это было ошибкой. Эй! А вот сейчас он видели, он меня как-то не попал. Эй, это что такое? А здоровье мне не восстановили, это плохо. Вау! Вау! Я нажимал треугольник. Клянусь персиками! Самыми лучшими персиками Краснодарского края нажимал! Эй! А вот этого я. А вот этого я не ожидал. Так, ну похоже, эту битву я зафейлил. Нет! 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 Давай! Давай! Ну ладно. I will become you, Batman! Я бы не сказал, что сложно, просто надо... Что-то я как-то совсем отвлекаюсь. Какая подстава? Какую подставу-то интересную Джокер придумал? То есть в самом начале это был он все-таки. А, я уже начинаю со второй фазы, окей. С полным здоровьем. А, подождите, а как... А, мне надо бежать, наверное, и вот так вот сделать. Эй, это было нечестно. Ну как он взорвался-то? А где Бэтмен-то? Что-то меня вообще в другую сторону прикинуло. Да. Кидай, кидай меня! Давай, еще получи! Получи, получи! Получи кубик магии! Кубик магии получи! Ледяной кубик магии! Получи кубик магии! Еще, еще! Это что за Rock of Ages начался? Нет! Нет! А, все-таки зацепил меня! Ну! Нет, это вот это у тебя не пройдет. Не успел я разбежаться и прыгнуть. Точнее. Ага. О! Don't just stand around! Почему-то кнопочка схватиться за меч не появляется сразу же. Руби его нахер! Е, руку отрубил! Да, 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 давай! Снеговик, снеговик! Ты сейчас тебя сделаешь джокеровик? Вот это неожиданно. О, я потерял ногу! Какая неожиданность! Классно! Вот если бы меч еще сейчас пришелся бы немножко, немногими сантиметрами левее, то было бы вообще смешно. Да ладно, он не закончился. Ну что это за жирная какашка? Какашки! Я против какая... Я за гигиену! За гигиену. Мы теперь похожи на мистеров Проперов. А что это такое вот? Какие-то две полоски жизни. Эй, ну я нажимал, типа, ну ладно.
Видимо, это сколько полоска жизни, и еще надо убить этих. Короче, хрен его знает, что это такое. Но я точно знаю, то, что на меня из жирной какашки прыгают другие мелкие. Мелкие какашки, поэтому сойдет. Всегда мечтал Бэтмена убить какую-нибудь какашку. Вот вообще мечта всей моей жизни. Ну хорошо, хоть и не убивается с одного удара. Ну вот, я нажимал вообще в другую сторону, он начал почему-то бить вот противоположную той, которую я нажимал. Все закончились, что ли? Я как-то быстро с ними разобрался. А, смотрите, он восстанавливается же. Наверное, надо его бить все-таки. Ну и чё это? А, надо его, наверное, заморозкой кидать. Блин. Блин. Капец тут. Чёртовы миньоны. Хорошо, хоть он автоматически прицеливается в него. Блин, меня сейчас побьют же. Меня сейчас побьют какашки. О, я его убил! В смысле, он не это, небольшого, а мелкого. Почему-то я ударил, а он остался жив. Руби какашки мечом! Будь супер молодцом! И меня сейчас убьют, потому что я кривой урод. А этот сильный говнюк, меня убила какашка. Ура! Ура! Какашка убила меня! Охренеть.